Tam kenara geldi abi şuraya. Показывает, пока мы выигрываем, да? Морально. Первый жалко, да? Чаще быстро, куда? А это, по-моему, каждый игру так. Да, первый как раз, вот это надо обштерить. Как в этом, в Нойтраубинге. Да? Тоже первый минут и последний. Ну а в спортклубе тоже? Ну, пожалуйста. F-Better тоже первые 15-10 минут. Надо первый 20 минут концентрируется, потом, у нас получается, мы потом только позже въезжаем в игру, как говорится, и начинаем. А играть. Уже не наша поле. А уже все, да. Попробуй догоним. Да? А потом какой-нибудь левенький залетит, и будет 2-0, и потом все. Ну, будем надеяться. Они в том году играли за выход в Красивый. Я же так, за перегровку была, да? Ну, они играли, ага. Ну как, боролись. Были в третьей в лиге. И в этом году они все закупились неплохо. Ну, там каждый почти деньги получает. Все, очень дело. Вот так вот, но! Шайза! Стопа, кстати! Вообще, да? Хорошо прорвался. Ну, вообще молодец, шикарно. Kemal,
Сейчас чуть наши не забили. Да? Вообще шикарно. Этот Костя ударил, а вратарь отбил. Ну, шикарно было. Пас сделали, потом удар, да? Ему четко кинули, он один на один вышел. Да, здесь вообще надо как, каждого брать, как только один свободный, к нему должен прибегать. Да, да, да. Просто они в куче стояли, трое, и двое нападали. Да, один да. Должен был. Че ему порвал? А, он порвал на расход. Выше бить надо. Так бей. Да, вот это привезли себе. Я не знаю, зачем мы играем через труд Крайпеда? Вообще левый край что-то остыл. Да? Тут сильнее же люди стоят. Ну попробуют там, потом сюда перейдут. Может. Хотя, по-моему, Крайпед делит. Дай бог. Если будет ударная позиция. Я тренировал. Я примерно почти два круга забил. Ну вот, поцарь. Мощный. Штрафный большой. Мишель. Уйти и все. А ты не правой? Ну ты же по правому будешь играть. Правой имею. Или левой щечкой. Дальний уровень неплохо. Это получается, целиться мне надо будет в дальний. Нет, в дальний. Наоборот, в дальний. Да. А он уже закрутит и ближе к вратарю. Как вратарь у них? У них, ну, один раз спас, а больше его не было в игре. Тебе Ох. Алёшка, я его знаю. Угу. Ох, он держит ракета, блин, а. Конечно, его задержали. Борзые были. Смотри, Роберт сразу падает. Что за Роберт? 12. Ихний, что ли? А кто такой, я не знаю. Ну, помнишь, мы играли в камень. А, это этот, ну, толстенький-то. Да. Ну, такой. Ну, я понял. Дебютер. Ну.
за ногу. Хорошо закрутил. Эх, чуть-чуть. Ой, как хорошо здесь. Вообще нормально. На солнце, конечно. А сейчас уйдет солнышко. Хорошее время будет. Отлично. Да, ничего. Опа! Не, можно пройти. Никого не было. А, ближе к воротам, конечно. Ну да, это в любом случае. Как сближаться, не отдаляться от ворота, а ближе к воротам. Они вообще не нападали на него. Угу. Кстати, это подарок судьбы. Один идет. Зачем такие? Такие не, немножко неточные. Дальний трудно. Ребята все равно неплохо отстраняют. Лишь бы коротенькие сыграли пару. Вот, все. Вообще трава тормозит, смотри. Ой-ой-ой-ой. Эй, Федя! Не-не, а не было пенальти. Ну, я знаю, но просто пас был. Начальство не обсуждает. Как-то выбрасывает, сразу отдавая пас. Пас. Хорошо, вот. Ух ты, молодец. Вот он его. Эй! Шири! Доğru dürüst tarif et. Ne bu svisti tam каждый мелочь. Adresi yolladım. Kartını kadar biliyorum. Senin motorda navi yok mu? Yok. O kötü işte. Navi geç. Niye arıyorum bir bilsin. Sana da yazdım, telefon ettim. Görmedin mi? Görsem? Allah Allah. Baktım hatta. Telefon ettim. Çiğri. Ne zaman? Ruski priş. Bugün. Tamam. Söylüyorum. Yok hani. Çiğri. 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 76 numara mı? Dur sen şimdi, dur şimdi. Yaz numaranı şimdi bakalım sen. Ben seni çaldırayım da bu numara kalsın sana. Bunu da aşağı çekeyim. Nereye yazıyorum? Abi numara işte buraya yazdım. Ha pardon. Numara ne? Молодец. Хорошо. Хорошо показал. Ой, хорошо. Хорошо. С ним, с ним, дальше. Молодец, молодец, Андрюшка. Вот это с чудо, а. Молодец, да? Сзади ему так по ногам дали. Что дело? Он вообще, блин, не возмущается. Андрюшка? Ломали его. Ну, он любит футбол играть. Он как играет, как играет. Молодец он. Настырный такой. И у него получается. А что не наешь его? Зачем там не стоять? 3-6, да? Tamam doğru. 3-6. Ver bakalım. 9 değil, 3 var. 9-9. Da da. Tamam dur. Sen ne yaptın? Ne yapayım? Verin, sen rahat mısın? İyi mi? Şimdi yaptın sen. Убрал эту штучку, которая в камере была. Да. Ну, нифига себе, локтем зафигачил. Молодец. Эй, Боген! 6 9 olacak değil mi? 6 9 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
Ben buraya ait yedim yapabilirsiniz. Bunu İsaz bunu arayacağım hep. Arayacağım numara bu. Bu devamlı yanımda olan hani öbürkünde kamyondayken kullanıyorum. Anladım. Oh. Сюда, дальше стоять. Конечно, конечно. Это вообще должно быть. Не, просто... Двое должно быть. Один в центре, другой по набегающей. По краю, ну, обязательно. Ком, 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 ком! Ком! Шири! Ну вот это 12-м грубо, ужасно, да и по пинкингу еще помню. Я сейчас зайду и рубану. Ну, вот такой прям. Даже желтый можно мне. Да? Ну, по-моему, что-то вообще офигевший. Вообще надо быть желтый, ну, тут же можно было сидеть на второй номере, вообще написать. Упади, конечно, лицом, скорее бы. Повезло, что Лёпа центр тяжести понижен, другой бы улетел. Ком-ком-ком! Кёпа, Кёпа! Классы! Да-да, толкается этот пиле. Ну и все. Зихирует здесь доп. Мяч. Ага, че подбежал? Много раз длинный. Капучку топ. Hier, sag mal, die sollen Deutsch sein, ich verstehe ja nichts. Wem soll ich da was sagen? Ja, unsere Datum ist nicht so blöd, ne? Versteht man nicht. Yeah! Молодцы! Супер! Черный? Черный ударил. А он... О, ну тут головой забил, их не головой забил. А их не забил? Конечно. Вообще красавчик. Не зря мы с ним тренировались. О, он четко ударил, а тому просто чиркнуло по голове. Ну видишь, не зря мы с ним это пинали. В пятницу. А мы имеем тоже. Я. Мы имеем теперь 2-0, да? Мы имеем 2-0. Ja genau. Ja, genau. Ja, mach doch ein paar. Ich soll noch weitermachen. Jetzt steht 2-0, oder? Haben wir gemacht. Ja, ja, klar. Halt! Jawohl! Сюда не, надо входить. Химик, а вон дяденька, скажи вам, пацан, там, внутри. Айып, нам, айып, слаб твой мать, он урмо? Нет. Это сах, тёп твой мать. 790. Айып, айып. Geçen bir tane şey geldi. Anlat geldi. Seni soruyor Selahattin. Burada orada çalışıyor. Хорошо. Пальц кто? Чистый разговор. Уже какой был красивый. Туда, в пятерочку. Уже мы с ним тренировались. Ну. Бронный шалчан не ушел бы. Красиво. Чем чалчан? Осталось где-то 3 минуты. Не, я здесь выключал, это уже неправильно. А? Хорошо, молодец. Молодец. Отлично, молодец. Есть. Ах, спасибо. Хотел с разворотом дать, потому что вратарь спустился в ту кругу. А он бы в этот, если попал бы, мне тут надо кэпком так хорошо играть. Ну, если такая звука была, конечно, да, гениально. Я бы все играл. Тем более он прыгал, хорошо. Ты пора, Варя, я пора.
Birer içelim, bir tane içelim. Tamam. Geçmiyor, sen haklısın yoksa. Tamam. Getirmiyorlar mı bira? Yok. Temiz olsun. Sen bira içmiyorsun. Bira gitti bize. O sigara evi zaten. Ne diyorsun sen? Biliyorum ya, biliyorum. Üzülüyorum bunu ya. Ya üzülüyorum. Ya, ne üzülüyorum? Sevinemiyorum ya. Sevineceğim. Sevinemiyorum. No. No. Kom. Sare. Kal dedi de bu kimle çepeşmişsin bu? Kaç kaç böyle şey. Gel. Sen bizim yeni sahaya gelmedin hiç, geldin mi sen? Bizim şeyler senin yeni saha. İran bir şey içiyor mu? Yok sağ ol. Şey, geri keşke o gün ara. Düz gidiyorsun aşağıya. Bu kartuş kuyu mudda ya. Sol tarafta bir tane haleler var orada. Priş. Orada geçin ya. İnsan oldu. Geliyeti yaptım. Değil mi? Klase! Klase A yaptı. Good! Hinterman! Hinterman! Хорошо, хорошо. One foul. Он вводится, да? Да, хорошо. Он не на моем краю был. Хорош, Лёпа. Лёпа, супер. Пасик, пасик. Отлично. Супер. Вообще. Назад еще раз. Тихо, 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 тихо. Ну хорошо. Yok, kokul kaskı kesildi. Daha dün geldiniz. Nazan Bekir değil mi? Daha dün geldiler. Evin kapatığı gol kokusu bir. Sosyal dur. Klas. Çekin, kendi sağlar. Burada sağ var. Ben de sağ vereyim. Almanlarım da. Yok, ничего, ничего. Хорошо, вот это пас. Ну что, шире? Он его под себя. Он под себя его поднял. Вот так, под это. Ну, там будет видно. Ну что, он даже мкарочку не дозвал? Не-не, что, нормально. А здесь не надо так держать мяч. Нужно уходить от него. Хорошо. Пашка должен был посмотреть. Да. Он так притянул уже три человека.